Михаил Тимофеевич Калашников. Дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премии. Велик интерес людей к его жизни, труду. Да, писем действительно получил я очень много после того, как шла передача «Служу Советскому Союзу». Пишут рационизаторы, изобретатели. После этой передачи пишут ветераны Великой Отечественной войны. Люди уже, которые давно на пенсии, тоже озабочены, чтобы наше советское стрелковое оружие было самым надежным. Великая Отечественная война. Командир Т-34. Из того огня фронтового и вынес он мечту дать нашему советскому бойцу самое лучшее стрелковое оружие. Был огромный труд, и неудачи были, поражения, пока не появился на свет АК-47, знаменитый Калашников. Этот автомат прошел большую, так сказать, стадию развития. Наше конструкторское бюро сделало несколько различных модификаций, доработок, модернизаций. Мы пользовались иногда советами армейских рационизаторов, изобретателей. Сейчас это знает весь мир, что наше отечественное стрелковое оружие является самым надежным, самым безотказным и самым простым. Всей стране известно имя создателя боевого оружия. Я каждый раз, как только представляется возможность встретиться с солдатами, сержантами, офицерами, я всегда выступаю, потому что солдаты интересуются, им хочется больше знать, и потом хочется увидеть, как они иногда выражаются, я вам прямо скажу так, выражаются, посмотреть на живого конструктора. Ну, я к этому уже привык, я поэтому не обижаюсь, что они, значит, живого хотят увидеть. Еще бы! Человек, который при жизни стал легендой. А Михаил Тимофеевич говорит так. Доволен ли я своей судьбой? Доволен. Тем, что всю жизнь занимался нужным народу делом. Конечно, оружие не трактор. Им землю не вспашешь, хлеб не вырастешь. Но без него и не защитишь эту землю и тех, кто выращивает хлеб. Не отстоишь свою родину. Свой народ.